О, да. Ты что, никак не сдохнешь? И нагишом? Я не собираюсь просить. Твой брат объявил нам войну снова. Но сейчас нам поможет кто-то совершенно незнакомый. То есть я на меня тыкает, да? Я смотрю, мозги мы ценим выше внешности. Ладно, рекрут, надо подготовить коменданта к войне. И я всегда готов. Перемести команданты в середину карты. Roger. У меня лучшие ноги в лагере. Commander. Нажми, чтобы переместить команданты. Moving. Эй, что там наверху? О, моя любимая часть. Ух ты. Нажми, чтобы выстрелить в болванов. Болваны. Вот он разошелся-то, а? А последнего болванчика? Давай, 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 давай. Эти болваны выглядели вполне реальными. Похоже, ты справился. Посмотрим, справишься ли ты с этим. С чем? 5 минут спустя. Полное раскрытие. Будет больно. Думаю, это можно пропустить. Уничтожь эту смертоносную пушку с ушками. У меня аллергия на смерть. Постарайся не сдохнуть. Так, уничтожить пушку с ушками. Не умирай. Да попробуем. Так мы сильнее этой пушки. Не так и плохо. Без ноги стоит. Это что, кровь? Обычный побочный эффект от пулевых ранений. Не беспокойся, у нас есть лекарства. Нажми на медбашню и подлечи себя. Ха-ха, щекотно. Башни должны остыть перед повторным использованием. Жаль, потому что мы атакуем. В общем, не умирай. Так, держать. Так, убей 3 врагов, не умирая. Давай попробуем. Да хорош. Давай, 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 давай. Комендант, вали всех тут. Комрад. Так, и последний хламон. Чего же там ноги отлетают? Голова. Ого, у тебя уже неплохо получается не умирать. Нам нужна задача посерьезнее, за мной. 5 минут спустя. Кто-то забыл закрыть бак с пираньями. Использую башню-убивашку, чтобы повысить урон. Что за башня-убивашка? Вот это вот что ли? Я становлюсь сильнее. Нифига мы стали какие. Ну-ка. Ага. Твою мать, мамочка. Какая-то нерадостная. Убей мамочку. Давай, 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 родной мой. Отлично.
Отлично, нас ждет награда. То есть это мы с тобой проходили сейчас в данный момент обучение. Так, мы получили сундук. Нажми, чтобы открыть. Открой, чтобы получить награду. Танцует 3 секунды. Сундук разблокируется через несколько секунд. Готово. Так, картоновый сундук. Дядька. Владение оружием. Просто держи ствол и поливай очередями. Атакует воздушные и наземные войска. Дядька. Стадо пираний. С ногами даже лучше. Тупо берут числом. Новая карта. Пушка с ушками. Кошка и пушка. Что могло пойти не так? Турель быстро наносит врагам урон. Да, теперь мы сможем создавать свои войска. Посмотрим на них в действии. Так, в бой. Так. Узри мое лучшее творение. Бот Команданте. Механическая копия твоего брата, только вежливая. Сдохни, идиот. Вся эта ненависть для тебя. Он выведет врагов, пока сам будет неуязвим. Вычисляем повышение температуры. Отбей его атаки, используя команданты и войска. Выведи пушку с ушками на карту. Ага, понял. Так, пойдем-ка и мы разберемся. Давай-давай. Ой-ой-ой, это что, огнеметчик был? Курс самолетов оптимизирован. Построй что-нибудь. Построил. Найс. Тревога. Появление Рекса подтверждено. Рекс? На тренировках этого не было. Отбой, отбой. Отрицательно. Рекс вылупится через 1 секунду. Это чудовище сожрало моего учителя. Мы все умрем. Рекс, не сегодня. Фига себе, Рекс. Он сейчас уязвим. Это наш шанс. Куда это он побежал? А ну-ка лечимся. Давай, 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 давай. Есть. Материнская плата, я иду. Ну что же, мы убили вражеского командира. Так, я танцую, смотри, тендери, у меня звезда такая офигенная. А бот командант и плачет. Так, ну что, мы с тобой получили еще один сундук. Я чувствую, что там что-то ценное. И такой танцует еще. Давай откроем. Так, 3 карты здесь будет. Готово. Открывай. Ну-ка. Так, 20 монет. Ох ты, майор пиромант. Горь ясно и не гасни, и не гасни. Бьет по площади. Так. Пчелконавты. Желание вкусить слезы и боль врагов. Вот что приводит в движение эти крошечные крылышки. Такой уязвимый, но смертоносно летающий отряд. Опа. Мимимина. Копия подарка ко дню Святого Валентина. Что командант сделал своей 4-й жене. При взрыве наносит урон. Так. Отличная работа. Рекс тебе благодарен. Похоже, все готово для последнего испытания. То есть мы еще до сих пор проходим обучение. Кстати, игра-то называется World War Dog. Так. Для создания миньонов нужны дохи. На этот раз мы повторим сценарий настоящего боя. У тебя есть 3 минуты, чтобы уничтожить боты-команданты. Если время выйдет, победит тот, у кого уничтожено больше башен. Похоронные услуги недоступны. Вот, значит, как, да? Построй что-нибудь. А я вот сюда еще мину поставлю. И жужушек вызову. Так,
Так, пора разобраться с ним, да? Что за дела, не понял я. Так, смотри, что он тут делает, а? Ну, погнали. Так, он залечился. Да что ты будешь делать-то, а? Какой мощный чувачок-то, посмотри. Я не могу ничего с ним сделать. А ну-ка. Куда побежал? Давай. Огнеметчики. Блин, жужухи, прикинь, подбивает всех. Так, у меня все активировалось. Одну башню взорвали мы. Так. Секундочку. Есть. Загрузи меня в облако. Так, победа. Ну что же, мы с тобой танцуем, мы довольны, и мы получаем еще сундук в награду. А по картинке, ребята, здесь прикольно. Смотри, как какой-то механический динозавр. Так, повышение. А, я перешел в новую лигу. Так, смотри, еще сколько карт. Ну подожди, мин уже я получил. Почему они показывают, что ее у меня нету? Интересно. Так. Выглядит тяжелым. Так уже правильно, 3 часа открывается. Открыть. Так, можно использовать. Ага, гемов у меня нету. Нужно ждать еще 3 часа, говорит этот командир наш. Да, понятно, что кул. Пойдем-ка лучше мы с тобой повоюем. А что такое? Похоже, нам нужны самоцветы, чтобы дело пошло быстрее. Вот, самоцветы. 100 штук за мое спасение. А, ну спасибо тебе большое. Теперь открываем. И... Так, монетки. Ух ты, Рекс. Все его друзья мертвы. Это он их убил. Да ты шутишь. Эта тварь должна быть закована в цепи. Вылупился Рекс и начнет крушить здание. Слушай, видать, крутая карта. Так, и пираньи. Commander. Ага, нет. Какой, блин, в задницу еще мастер? Никаких мастеров. Только отечественные, да? Вот так вот. А такое? У меня был хомячок, которого также звали. Угу, типа. Yes. Перед боем нужно улучшить войска. Okay. У тебя хватит карты и монет, чтобы улучшить пираний. Ну да. Улучшаем. Тан-та-дан-тан-тан. При улучшении карты ты получаешь опыт. Я понял. Привет, братик. Я... Почему ты без штанов? Неважно. Война скоро закончится, и я буду править планетой Дох. А люди считают меня вождем. Увидимся на поле боя. А он ведь прав. Надо доказать, что ты не просто зловредная тварь. Надо найти тебе штаны. Тебя записали в колледж диктаторов. Сегодня мы создаем завтрашних силачей. Да будет свет. Добро пожаловать в колледж диктаторов. Ну давай зайдем. Заходи каждый день и пройди все квесты, чтобы выиграть легендарную карту. Воу. Это ракеты магия? Так, войти в игру, проведи один бой. Это что, это очки мы, да, с тобой получаем? Проведи один бой. Так я же вроде бы как провел. Угу. Открой один сундук. Это все сделано у меня. До конца 9 дней 3 часа. Выиграй легендарную карту. Перейди в Лигу 2.
Так, ну что, давай, наверное, мы с тобой пойдем еще сиквел сыграем. Подожди, а я кого взял в компанию-то? Или там неважно, ребята, колоду составляешь или нет? Опа, 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 опа. Это уже пошли реальные чувачки. Фига он одетый. Шериф тоже мне нашелся тут. Так, он поставил мину. Невидимку, да? Ты хорош там спать, спит он уже мне. Естественно, он-то яйцо ненавидит. Ну-ка. Что происходит-то? Так, дай-ка я еще турель поставлю. Куда побежал-то? Ты будешь его бомбить или нет? Что-то мой какой-то... Ну-ка, пойдем разберемся. Так, пока нормально, да? Чувствуем себя. Так, пора отходить. Че, отпусти меня, чтобы защитить? Чтобы защитить что именно? Так, поставим сюда, короче, пушку. Опять же, мины. Пускай стоят здесь. Так, он себя усилил. Мы с тобой, знаешь, что сделаем? Это что такое, ребят? Так, вылечи, говорит, меня. Вылечим. Давай, 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 Тирекс, пошел, пошел, пошел. Ну, е! Решил он тут на меня, понимаешь ли, нахрапом пойти. Так, ну что, ребята, матч-реванш. Сдулся. Так. Поиск матча. Что-то с тобой нашли. Так, это еще какой-то нелегче у нас. Дайкар какой-то. Это не тот же самый, ребят, не? Так. Давай, 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 расстреливаем его. Нифига там Тирекс. Смотри, 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 пополз. Слушай, а мы... Он, наверное, залечится сейчас, да? Ладно, отойдем. Смотри, 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 пополз. Так, ну что? Мы постоим с тобой, подождем, когда у нас вылупится Тирекс. И пойдем. Давай, 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 давай. Он медленно, конечно, идет, ребята. Рекс этот. Но он мощный, как я понимаю. Погнали, погнали, погнали. Так, по-моему, нам самим пора убегать. Так, посмотрим. Да, мы уничтожили, ребята. Что там орёт? Все, ему некуда деться. Ползает. Ну, есть контакт. Отдуплился. Ну, будет знать свое место. Так, на 3 звездочки, ребята. Так, ну что? Слушай, подожди, а у нас эти сундучки, они куда-то там складируются или что? Непонятно пока. И где... А, ну карту новую получать, это если мы будем с собой открывать сундучки, да? Есть такая возможность что-то новое получить. Что это? Время ограничено.
Сундук полковника. Нет, я бы... я обойдусь. Так, открываем, может быть, за... Наши миньоны принесли тебе дань. Твое сильнейшество. Ничего себе, кто такой? Нажми и забери то, что твое по праву. Дань готова. Смотри-ка, даже завернули, как необычно. Прикажи этому сброду достать еще. Ох ты. Миньоны преподнесут тебе подарок. А что, у них есть выбор? Требовать дань. Беги. Так. Экстравагантный набор. Только за 169 рублей. Блин, слушайте, ребята. Смотри. Солдат, полковник и команданты. А вот это что такое? А, ну это бой. Это карты. Открывай клубы, чтобы получить доступ к чату, взносам, клубным сундукам и не только. Ого, пещерник. Так, подожди, кто тут? Так, мы сейчас с тобой находимся. Что-то я не могу понять. Это, вот это что такое, ребят? Безумие джунглей. Морозный пик. А, это лиги. Это лиги у нас. Я сейчас нахожусь в самом низине. Вот. Новых карт мне еще не хватает 4, получается, да? Подожди, ну вот эта же мина у меня есть. Она же открыта. Почему она здесь не отображается, ребят? Непонятно пока. Так, а это что? Это событие. Получить доступ к эксклюзивным событиям. Со второй лиги, да, получается это все? Окей. Ладно. Так, чтобы нам пойти во вторую лигу, сколько нужно получить и чего? Непонятно пока. Сезонные билеты здесь есть. Да и открой этот сундук. Монетки. Так, стрелок, пираньи и все? Открой один сундук. Mission complete. Погнали в бой. Скоро начнется. Так, 8 секунд подождали, типа, да? А, это время за 8 секунд должны найти мне противника. Hellmount 1. Походу дела он состоит в какой-то гильдии. Что же они все начинают... А, тихо. Давай сюда. Слушай, я сейчас, если я выставлю вот это вот яйцо. Смотри, 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 что делает. Гаденыш несчастный. Тихо, тихо, давай его валить. Давай, 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 давай. А у меня Рексик-то появился. Друзья мои. Так, пойду я уничтожу эту турель вражескую. Ну и что ты стоишь? Бомбим, бомбим. Как ты, гаденыш, тут еще живешь-то, а? Без головы стреляет. А я еще одного вызову, ребят. Так, тихо. Лечимся. Блин, пора сматываться. Давай, уничтожай. Есть. Ну что ты? Давай вот так вот сделаем. Так, пускай бежит на базу. Я жужух вызову. Пускай не уничтожает. Все, 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 все. Ему крышка, походу, делал, да, ребят? Е! Ну что же, еще одного вражину мы с тобой подбили. Даже никто не хочет матч-реванш, представляешь? Тогда следующий бой. Глядишь, так с тобой и перейдем во вторую лигу. Пока все довольно легко и просто. Карты, как говорится, стандартные. Блин, ну вот, конечно, с героем немножко непонятно, почему он такой живучий. Так, такс какой-то. Оу, русский чувак. Что там делать? Опа. А вот это плохо, ребята. Это плохо.
пойдем-ка займемся этим яйцом. Не успели, да? Куда ты бежишь-то? Так, разнесли в хламину мы этого тирекса. Так, посмотри, как он живущий. Так, надо мне тоже позвать тирекса, мне кажется. И я собираюсь его сделать, вызвать. Специально вот сюда вот поставим его, пускай вылупляется. Так, пираньки. А мы турельку. Это, смотри, очнулся, увидел. Тихо, тихо, тихо. Так, вылечи, говорит, меня вылечиваем. Давай, 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 давай. Погнали. Сейчас, сейчас, сейчас мы прикроем. Задергался, задергался. Так, валим башню ему. Е! Солидно. Так, куда, куда, куда? Два доха. Через сколько там? Через 2 секунды? Удвоение духа будет, да? Давай, 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 давай. Уходим, уходим, уходим. Мы подраненные. Смотри, Рекс там. Оказывается, огнем еще может бомбить. Я думал, что он только этой монтировкой там наяривает. Так, ну что, мы тут выиграли. Интересно, сколько нам еще с тобой нужно этих получить, чтобы перейти на следующую лигу? Дайте мне, пожалуйста, полный список. Так, смотрим. Ну. Так, новое сообщение. Ау, забрать награды. Забираем. Так, выбрать эту карту. А, тут можно выбрать. Я лучше вот эту вот выберу. Почему? Потому что я смогу тогда прокачать себе эту пушку с ушками. Так, нам нужно с тобой 50, чтобы получить сундук. Понял. Блин, этот сундучок-то покруче будет. Улучшения готовы. Да, улучшения готовы, я хочу прокачать 5 монет. Тен-тен-тен-тен-тен. Так. И вот эту карту тогда улучшим. Дядьку этого. Так, ну что, двигаемся дальше с тобой. О, подожди, награда. Что за награда? Ага, ага, воу. Так, забрать дядьку. 4 карточки. Так, это мы тоже забираем. Мимимину. Мимимину можно прокачать. А потом он форма команданта можно получить, но это нужно нам пройти в... А, перейти во вторую лигу. Окей. Этим надо заняться, ребята, перейти во вторую лигу. Так, прокачиваем еще дядьку. Так, это он получает у меня какой? 3-й уровень. О как. И мимимину. Давай, 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 улучшай, улучшай. Урон 3000 с лишним, не кисло. Так, и по-моему мы получили с собой новый уровень. Тен-тен-тен. Такой довольный. Ух ты, медбашня прокачивается. И башня гнева. Так. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Так, против нас Майес. Угу. Ну, начнем с минки и с турельки. Ой-ой-ой-ой-ой. Это плохо, ребята. Я не успею, да? Блин, то вот тирекса надо валить. Да
Давай, 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 уничтожаем его, ребята. Давай, посраки этому чувачку, правильно, вот так вот. Они там катятся. Так, я еще сделаю сейчас, знаешь что? Вот так вот я поставлю. Сейчас мы с тобой еще одного Терексика получим. Такая еще музыка невозмутимая. Ну а теперь пойдем пошуршим, так сказать. Угу. Так, башня гнева не готова, да? Давай, уничтожаем, уничтожаем. Есть контакт. Так, отходим. Так, давай-ка мы сделаем с тобой несколько пираний. Ой-ой-ой, уходим. Да уползай ты, говорю. Что там с музыкой? Блин, мне нужно залечиться как-то. Ну, трындец. Сейчас, ребята, я захиляюсь и пойдем. Блин, он опять этого. Давай, 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 прижучиваем его. Есть. Что-то я оно. А то бегал там, понимаешь ли, от меня. Так, подожди, какой бой? Мы же, по-моему... Блин, все-таки не успел, да? Все-таки нас затянули в бой. Окей. Хочется посмотреть каких-то новых картишек, ребята. Кто это? Я 3D какой-то. Угу. Ого. Допустим. Так, он идет, да? Так, надо врубать гнев. Давай, 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 бомби. Ох, сейчас тебе пиранки-то мои навешают звездюлей. Все, мы уничтожили ему башню одну. Он остался без лечилки. А если ты остался без лечилки, то тебе кранты. Потому что он не сможет восстановить себе здоровье, ребят. А я смогу. Так. Турельку поставим. Отхилимся. Вопрос, как он себе восстанавливает здоровье, ребят? Я не пойму. Странно немножко. Хм. Так, ладно. Сейчас я поставлю Рекса. Пускай он сюда пойдет. Так, а у нас башня второго уровня, а у него первого. Хи-хи. Ну и прекрасно. Так, Рекс у меня появился. А вот это что такое, не могу понять. Отчет. Please. 60 секунд осталось, да? No. Так, вылечи меня, вылечивай. Есть. Башню уничтожили. Все.
Только башню уничтожили, сразу же ему хана наступила, ребят. Так, ну что, теперь-то я думаю, мы с тобой перейдем на следующую лигу. Наверное. Но сундук мы точно сейчас с тобой получим. Так, что у нас тут? Забрать награду. Я сейчас говорю, получим сундук. Две карты. Монетки и... огнеметчик, да, получается у нас? А, лига вот у нас где. Сколько же тут нужно очков-то получить? Я не знаю, ребята. 75. 75, да? Это карту мы новую открываем. А лига открывается... на соточке, что ли, получается? Где-то так. Пока мы с тобой находимся вот в сиквеле. Ну что, друзья мои, наверное, для первой серии этого будет достаточно. Я надеюсь, вам понравилось. Если что, пишите ваше мнение про эту игру. Я знаю, что вы будете сейчас говорить, что это пародия на Clash Royale, но на самом деле не совсем. Немножко здесь другая тематика. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.